Здравствуйте, меня зовут Алексей Дурядин. Я в прошлом году закончил школу, так что сейчас в университете. И второй год вот продолжаю, учусь на бизнесе, на бакалавр бизнеса. Кроме этого, много чего, что я в хоре участвую, в русский православный хор Австралии. Участвую еще в драматическом кружке «Дора Микс». И участвую, ну, работаю еще одновременно с этим и гуляю с собаками. Так, пою я давно, я как бы тут и там, по-маленькому, но на любительском основе, что я немножко пел в детском хоре, немножко занимался музыкой, я в школе еще занимался и музыкой, и пел, и играл на трубе немножко. А начал я петь в хоре, ну, по случайности, по сути, что в церкви мне диакон предложил, что его сын участвует в хоре, и он может познакомиться. Ну, как бы согласился, но так случилось одно воскресенье, мы поехали в другую церковь, и как раз этот хор там пел. И меня как раз диакон там и познакомил, и ну, так получилось, что так и начал, что я, ну, конечно, не с самого-самого начала, но уже несколько лет там участвую. Очень-очень приятный хор, все там очень-очень хорошо поют. Мы в основном по-русски поем, хотя и на других языках тоже. Мы пели и на итальянском, и на сербском, и на украинском. И пели у нас смешно, у нас частично есть именно церковное песнопение, и есть русские народные песнопения, ну как бы народные песни, где мы поем.